Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вас приветствует Алена Ариес, и сейчас я вам расскажу, что же принесет вам пятница. Но вначале, как всегда, вытаскиваю секретную карту, на которую вы можете задать свой вопрос или загадать желание. Итак, секретная карта. Ну и теперь смотрим, такая замечательная колода Таро Грегори Скотта. Что же принесет вам пятница? Итак, ой, девочки, пятница принесет вам много радостных событий, какой-то успех, может быть, какую-то поездку, в которую вы очень хотите поехать. В общем, много приятных моментов. Что же еще пятница вам принесет? Решение какого-то важного для вас вопроса, именно благоприятно для вас. Вопрос может касаться чего угодно, в том числе и поездки. Так, может быть, еще я увижу, может быть, начало какого-то, решится вопрос по поводу начала какого-то дела, например, начала работы. Но это только в том случае, если вы уже узнавали за какое-то место работы или уже подавали документы, может быть, проходили собеседование на данное место работы. Вот. Также может вопрос касаться сотрудничества, если у вас бизнес, к примеру. То же самое. А также, девочки, может еще касаться покупки, продажи недвижимости. Если предварить, ну, то есть, если вы уже пытались продать, да, или уже занимались поисками, были какие-то предварительные договоренности, да, то, скорее всего, этот вопрос тоже может решиться в пятницу, то есть покупатели или, наоборот, продавцы. Вот, вам позвонят или вы позвоните, скажут, что о приобретении недвижимости. Вот. Какие еще вопросы тут могут решиться? Вопрос по поводу путевки, билетов, документов, связанных с поездкой или переездом. Так, еще давайте посмотрим. Да, вот точно, точно решится какой-то вопрос. То есть здесь старший аркан справедливость, который говорит о том, что вопрос решится к вашему удовольствию, в общем-то. Так, предложение я еще какое-то вижу, предложение делового характера, и это тоже может говорить, то есть если вы, к примеру, ищете работу или сотрудников, или спонсора, да, я одновременно так объединяю работу и бизнес, вот, то в деловой сфере, может быть, подработку искали, да, то тоже решится вопрос, то есть будет какое-то предложение, ну и, соответственно, начало нового дела получается. Так, да, вот здесь все говорится о благоприятном решении какого-то конкретного вопроса, но спектр вопросов, которые решатся в пятницу, очень большой. Если вы работаете, то может решиться вопрос на вашей работе, например, по поводу выходных. Может решиться вопрос по поводу денег, то есть вам объявят, что вам выплатят зарплату, к примеру, такого-то числа, и к зарплате будет приурочена премия. Вот. То есть и по работе тоже может решиться вопрос. То, что начало нового дела, здесь может говорить о будущем, да, то, что именно о выходных, да, это тоже выходные, это тоже как бы как начало нового дела. Вот. Также может быть, вы только собираетесь начать свое дело или свой бизнес, то тоже решатся какие-то вопросы. Вопросы поставок, например, да, могут решиться, если у вас бизнес или компания. А вот, ну, я уже говорила про сотрудничество, но почему-то еще и поставки, да, идут, и очень выгодно для вас может решиться вопрос поставок. Если, к примеру, прошлые поставщики, ну, мало ли, не успевают, не могут там, или еще какие-то моменты. А вот, выход вашего бизнеса на какой-то новый уровень, оформление лицензии или документов, связанных с бизнесом. В общем, хочу сказать, что да, здесь очень широкий спектр вопросов, которые решатся в пятницу. Вот. И действительно, дело в том, что действительно реально решатся
вот окончательно. Правда, не говорю здесь про судебные разбирательства, хотя и это тоже не исключаю, потому что по справедливости могут бы решиться и судебные вопросы, или вопросы юридического характера. Правда, здесь это может быть пока еще не окончательно, потому что есть продолжение, но это может быть какое-то предварительное решение или еще какой-то определенный шаг к решению данного вопроса. Так, посмотрим, что еще принесет пятница. Так, да, вот судебное разбирательство, судебные вопросы, вопросы с недвижимостью, документами. Вот старший аркан суд это тоже подозревает. По поводу дорожки, может быть возвращение куда-то или поездка туда, где вы уже были и очень хотите туда поехать или переехать, или вернуться. Так, ну и начало чего-то, знаете, вот в пятницу я тут вижу такое ощущение, что прям завершение какого-то этапа и начало нового. Такое ощущение, что прям отъезд или вот решение какого-то важного для вас вопроса, вот оно закроет какую-то страницу и начнется что-то новое. Напишите, пожалуйста, в комментариях, естественно, не тогда, когда будете смотреть видео, да, а когда уже пройдет у вас пятница, что это за вопрос такой, который вот закрылся, да, и вот прям что-то новое начинается. Может проиграться и в отношениях, к примеру, поставите точку с каким-то бывшим, вот, и все-таки начнете новые отношения, да, то есть... Или, может быть, у вас есть новые отношения, ну, скажем, бывшие все время ходят, и вот здесь может быть поставлена окончательная точка и переход существующих отношений на какой-то новый уровень. Говорю об этом, потому что мужчину я вижу знакомство, то есть, если вы, к примеру, свободны, то это может быть окончание вашей свободы. Ну, в кавычках, конечно, да, я имею в виду, что очень вероятно знакомство с мужчиной. Мужчина светленький, у которого рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Это может быть встреча для кого-то из вас проиграется, а для кого-то новое знакомство. Может быть, что мужчина вам знаком, то есть и новое знакомство я тут не исключаю, да, но и может быть мужчина вам знаком, но отношений, к примеру, не было. Причем неважно, если вы замужем, все равно возникнет вот этот мужчина, он, конечно, к вам с интересом, с чувствами, то есть именно для личной жизни. Вот. Ну и теперь вот такой будет для вас пятница. Ну и теперь смотрим секретную карту. Я думаю, что вы помните ваш вопрос или ваше желание. И в данном случае карта говорит нет в ответ на ваш вопрос или ваше желание. Ну давайте все-таки поясним, да, почему нет. И может быть что-то еще возможно, да. Едва ли, все-таки то, что вы сегодня загадали, как-то вот не очень хорошо для вас. Вот так бы, наверное, я сказала. Вот. И третья карта, вот потому что я все-таки хочу уточнить, да, о чем это. Ищите знак, да, скорее всего, это о том, что то, что вы загадали, или то, о чем вы спрашивали, не принесет вам ничего хорошего. Вот. И... Именно поэтому оракул ответы ангелов, да, предлагает вам все-таки изменить ваше желание или ваш вопрос, отказаться от задуманного и пойти куда-то в другую сторону. Относительно предсказания конкретно на пятницу, оракул говорит о том, что все-таки закрывается действительно какой-то вопрос, да, и дальше идет как какое-то новое развитие, новое знакомство, новая ступенька, новая работа у кого-то, новое сотрудничество. В общем, что-то будет новое. Буквально, ну, у кого-то с субботы, у кого-то, может быть, с начала новой недели. Для конкретного рассмотрения лично вашей ситуации пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Да, и... Помните о том, что я провожу прямые трансляции сейчас именно в телеграм-канале. Ссылочку на телеграм-канал вы можете найти внизу в описании под этим видео. С вами была Алена Арис. Всего наилучшего. Пока-пока.